Всем привет! Вечер. Камила, не разбувайся, мы уже уезжаем. Мы приехали домой к себе. Камила истерику закатила, сказала, что она хочет у бабушки ночевать. Я говорю, у тебя горшка нет, пижамы нет, одежки нет. Пришлось возвращаться снова до Камилы домой. Да? Все взяли, сейчас мама повезет, Камила будет у нас ночевать. А я хочу посмотреть у Ани вот это покрывало, которое мы ей купили. О, как оно красиво смотрится. Ой, Аня, очень красиво смотрится. Нормальный размер? Нормальный, я переживала, что маленький. Все, обуваемся. Не трогай ее. Красивая. Все, я иду к тебе, иду. Проверь, кухня. Ой, проверь, как у меня дома красиво. Анечка, все красиво. Сейчас скажу, Костя уже там ел. Тортики едите, да? Где Микин мячик? На детском белом столике. Все. Все, взяла. Камила, на, Микки будет рада. На. На, мячик. Маня, пока я у тебя, дай мне одну пилочку для ногтей. Ой, а мне пинцет бровинда пощипать. На, потом отдадите. Завтра приедешь, Камилу забирать, да, и мне пощипаешь. И шапочку возьми, похолодало, мне шапочку а дай. А что, это только одежда остается? Да пусть уже мне есть. Да, 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 да. Шапочку, да. Пожалуйста. Чистенько. И шапочку. Чистенько. Под низ, под волос. Да, да, довольна. Куда ты едешь ночевать? Я еще думаю, пока я у тебя возьму пилку себе для ногтей. Ой, одеялко Микуське розовенькое обещали. На, мука. На. Мука. Девочки, давайте, мука. У тебя муки много, давай мне. Мед. Мед. Камила сказала мне чай тапки с медом. Постиранные. А зачем они мне? Тапки ну, постиранные. Там, так у меня есть тапочки, там я этот. Ну, тапочки пусть стоят тут, я у тебя буду. Мед давай. Она же мне говорит, а мед? Я говорю, а ты привезла мед, что ты просишь? Я говорю, мамка, бутылек, говорю, на это, растопила меда. Поразбирала место столько. Я тебе говорю, я тут вообще. Ой, ну то поводок, ладно, то тапки. Ой, все, хорошо. Тут все повытирала, поубирала. Умничка. Умничка. Так, что, забрать это у тебя? Ну, ты говорила, умничка. Пока попользоваться. Ну, что, у меня гидрофилки нет. Пока придет. Сейчас у Линда всунуть обувь. Отдать? Что еще? Что-то надо. А что ты чистила? Вот эти замшевые? Камила, вот тут мне наступила грязюкой. И Олег тут мыл плитку, она вступила в чвяку. И вот так мне наступила. И я вот так сегодня мицелляркой. Девочка, мицелляркой. Мы вам снимали, мицелляркой вымывается отлично. Вся грязь, да. Ну, нормально, хорошая. Тут у тебя оригинал? Да. Оригинал? Оригинал. Все, я обуваюсь. Ой, травка такая лентяя, какая зеленая. Ой, Аня, как у вас трава выросла. Ой, а эти пионы. Аня, трава выросла как. А пионы, только мы проклевывались с Камилкой. Мама, они сегодня были меньше. Лянь. Да, уже надо идти ехать. А трава какая зеленючая. Камилой пойдем, а Аня и Камила посидит с Вовой на сумке. Камилочка не будет Вовой сидеть. Человек землетрясения приехал, да? Камилочка, мозги всем вынесла. Такой любишь свет? Розовый? Ага, красивый. Говорит мне, знаете, что говорит, приготовь мне брокколи. У нас тем брокколи. Так, Камила, дорогая моя, будь здорова. Мы уже помылись, пижаму одели, маму провели. Садись, давай. Печенье вкусное. Покажи бантик.
Аня заказала такие бантики. А, вы видели ж уже. Дай, Камил, стой, пожалуйста, не крутись. Сейчас все равно снимать. А я хочу их микосички одевать. Они такие маленькие тут, заколочки. Они вообще манюхонькие. Да? Мики можно. У Софики они разноцветные. Так, нам надо что сделать? Покормить Микуську. Она же тоже голодная. Мы уехали, ее покормили, а уже вечер, она тоже хочет есть. Опять? Она хочет кушать. Да, хочет кушать. А ты сейчас пьешь сок, ешь печенье, бабушка стелится и аляулю у кроваточку. Сейчас пару сказок про патруля бабушка сочинит. И все. А что ты кушаешь? Расскажи. Нет, руки вытираем салфетками. На, вытирай. И ротик. Что ты кушаешь? Расскажи. Мяшка. Мяшка? Давай, мяшка. Порезала Мики. Телятинку шварила. На это мне дай. Я ей нарезала, она ест. Уже вторую порцию. Мяшка. Брокколи у нас у бабушки нет? Брокколи. Делай, Софичка. София уроки доделывает. Мадам уроки тоже делает. Достали ей альбом. Она говорит, нет, мне уроки. Уроки. Так. А у нас лампы включила. Просто думаю, сейчас попробую лампы. Смотрю, сколько они сантиметров. Думаю, может купить все лампы. Девочки, включаю. Они заработали. И это, и это. И мне так светло тут на кухне. Так. Это мука. Завтра буду разбирать. Это водичку купила. ВТБ по акции еще. ВТБ по акции. Это сейчас я уберу. Тут в низеньком. Тебе что, еще порезать мяско? Я хочу поесть. Поесть мясо? Угу. Да. А может уже будем ложиться? Ты уже, смотри, бабулька постелила так хорошо. Сейчас ляжем, я тебе сказочку почитаю. Давай. Я не одеваюсь. Ты не одеваешь, а что ты делаешь? А? Пойдем, бабушка сказочку про патруля расскажет. Пойдем. Мяско съешь. Что-что? Ты украсила. Я красиво украсила? Да. Зайка. Это не я украсила. Это так и было здесь. Это такая светодиодная лента. Да, ты. Это не я украсила. Это тут так и было. Вот так было? Да. Это так и было. На, мяско. На, салфеткой руку вытирай. Да. Мяско ей понравилось. О, девочки, что мама вытворяла? Мы еще с этим, с трупрайсом, с этой бумажкой. Аня говорит, я не знаю, как теперь к тебе ездить. Она же Аня вчера там кардебалеты устраивала. Она хочет ко мне и все. Хочет с Наташей жить. Ой. Я и с Женей сегодня толком не поговорила. Мы приехали домой. Вот так. Мики тут на пеленку. Тут тот в туалет. Тут Камила пляшет в туалет. Все хотят. Тут руки мыть. Тут бомбочка уже кипит в этом... В ковшике. Она в розовом костюме туда лезет. О, я говорю, давай снимать. Она давай тут орать. Я говорю, все. Я же строгая бабушка. Я, знаете, как... Вы говорите, у меня дети хорошо воспитаны. Но я очень строгая с детьми. Мне вот у химерики, я вот такие кардебалеты, я так и не люблю. Так, я говорю, сейчас маму позову, мама еще не успела уехать. Сейчас она тебя заберет. Я говорю, бегом раздеваемся за руку. Все, все прошло. А у Ани там чудит. Чудит-юдит. Давай, мяско доедай. Сиди, стукай об стену, не три. Вот так подвигайся. И салфеткой руку вытирай. Я ж не разрешаю детям с грязными руками ходить по квартире. И есть. И печенье. Ни у себя дома, ни у других. Сейчас это на данный момент наше место проживания.
Иди сюда, сюда подходим. Подходим, подходим. Давай. Да. Руки, рот помыла, тогда можешь идти. А вот то, как ходят с печеньем по квартире, с колбасой, с шоколадками, все лапают, я этого не признаю. Я люблю, чтобы был порядок. Поели, вон, за столом, и все, руки вытерли, идите куда хотите. Так что такие дела, ребята. Все, пошла я умываться. Я к вам не доберусь, девочки. Я же вам хочу показать то, что я купила себе новинки с корейской. Никак не доберусь. Я там вещи все поразвешивала в гардеробной, уже все поскладывала, красивенько сложила. Только на полке, где вот эта косметика, еще ничего не разбирала. Думала сегодня заняться. Все. Сегодня он, Камилочка, в гостях. Все. Вот. Ой, ну лампы, а чего же они у нас не включались, Люба? Мы два раза, ты пробовала их, Софи, включать лампы? Да, у меня не включалось. И у меня не включались, я не пойму. Отчего они так у меня заработали? А если я вот тут выключу? Работает. И все работает. О, освещение хорошее, да? Какое хорошее. Я вся в черном. В черном. Сейчас пойду умываться, приводить себя в порядок. И укладывать мадам спать. Все тогда. Я с вами на сегодня прощаюсь. То снова забываю попрощаться в видео. Ну, вот это ж. Вот такая заклопота на девчатке. А где пакет, который мне Аня передала? Сейчас. Не знаю. Вот он. Нашла. Пакетик. Так, Софийка. То, что мы забыли. Это мне Аня передала вот такой антижир. Хорошо моет. Я хочу решетки, ну, вот такие с вытяжки сетки помыть. Ну, они вроде чистые, но я хочу их помыть. Я все хочу помыть. Так, София, твои этот потеряли. Это моя футболочка. Это моя футболочка. Я вам хотела что-то показать. Так, это Софийные ноты, математика. В прошлый раз завалилась за пианино, и София не смогла. Ну как, она занималась по скрипке, а математика не позанималась. Твоя сумочка, София. Спасибо. И вам покажу сейчас меня. Мне прислали подарок. София, спасибо тебе большое. Сейчас уберу футболки. Ложкой только бери. Аккуратно. Девочки, мне прислали вот такие вот. Где? Мяско на полу. Микки, иди съешь мяско на полу. Ну, получается. Ничего снять. Возвращаемся, девочки. Тетя София, ну я называю София, это Женина тетя, мне прислала в подарок вот такие вот красивые мокасинчики. София, спасибо большое, сейчас я их померяю. Я тебе завтра перезвоню, мы поговорим. Сейчас буду мерить. Обалденный. Ой. Сейчас. Красивенькие, да? На лето такие под джинсики. Классные. А? Она купила, ей, я так поняла, не подошли. Фирмовые какие-то. Антонио Биаджи. Антонио Биаджи, девочки. Как хорошо сделаны. А я у Ани хотела какие-то купить себе кроссовочки. Вот у меня есть новенькие.
сейчас померяю. Так, смотрите, девчонки, какие хорошенькие, да? Такие. Вот уходить. Хорошо. Костя песню Ане написал. Какую? Про любовь я видео снимаю. А искусственный интеллект озвучил. Можно самому писать текст. Сейчас, подожди, я поснимаю. Такие вот. Спасибо, тетя София, большое. Хорошо. Носки хочешь снять? Сейчас я. Хорошо. Так, девочки, нормально, да, смотрятся? Хорошо. Голубенькие такие. Буду ходить. Спортсменка. Нет, это под джинсики. Хорошо будет. Все, надо еще укладывать мадам спать. Она снова мяско ест. Мяско, мяско, печенька. О, ротик молодец, что вытерла. Все, пока.